Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Читоки, а меня зовут Елена, и сегодня у нас будет такое не слишком длинное видео, но я очень вам захотела рассказать о трех своих любимых ароматов от бренда Zara. Бренд Zara, он славится тем, что у него огромное количество ароматов, и в основном, конечно же, они выпускают всякие копии и аналоги на более известные бренды, то есть у них из года в год обновляется линейка, но в принципе, ничего кардинально нового не появляется, потому что очень много ароматов, которые у них там фам, еще какие-то, они их просто перевыпускают в разных лимитированных всяких там бутылочках, баночках, коробочках, но ароматы остаются одни и те же. Но есть такие запуски и коллекции в Заре, которые действительно являются уникальными. Их разработали либо дизайнеры, парфюмеры, и они вот реально классные. Я знаю, что вот в коллекции с Джо Малон у нас, к сожалению, очень скудное представлено количество ароматов от Zara и Jo Malone. Их намного больше в Европе, там огромная коллекция, мне кажется, больше, наверное, 20 ароматов в коллаборации с Jo Malone было выпущено у Zara, но, к сожалению, к нам они не доехали, вряд ли, наверное, доедут, потому что даже на сайте ни анонсов, ничего такого похожего я не видела. Один раз мне представилась возможность купить европейские ароматы, еще один от Jo Malone, Zara с Jo Malone, но, к сожалению, в тот момент у меня не было денег, и его выкупили раньше, чем я смогла это сделать. Вот. Но сегодня я хочу вам рассказать именно о тех трех топовых для меня лично ароматов Zara, которые я для себя вынесла, которые можно еще по сей день найти у нас в России в магазинах, то есть в интернет-магазине или в офлайн-магазинах. То есть для этого не нужно ехать никуда за границу. Конечно же, я на 100% уверена, что у марки есть намного больше прелестных ароматов за рубежом, но они, к сожалению, пока нам недоступны. Опять же, сразу хочу сказать, если вы знаете, любите, имеете у себя в коллекции ароматы Zara, напишите, пожалуйста, какие именно из них вам нравятся, с какими мне бы стоило познакомиться, какие вы советуете, где их можно взять, найти, послушать и так далее. Вот. Я начну вот с первого аромата. Это аромат, который был создан в содружестве, в коллаборации с Натальей Лорсон. Называется он MSK004NTL, то есть Наталья Лорсон, да. Называется он Edible Musk, то есть съедобный мускус. Я показывала вам как-то распаковку этого аромата, но толком ничего как бы о нем не рассказывала. Давайте сейчас я нанесу, и еще раз для тех, кто не видел то видео с моей распаковкой, я еще раз прочитаю его пирамиду. Какая здесь пирамида у нас? Это конфетти, засахаренный миндаль, ирис, мускус и пачули. Мне безумно нравится, как выполнен флакон. Он выглядит прям супер дорого, очень красиво, да? То есть здесь вот такой вот толстое, очень тяжелое дно, и вообще флакон приятный, очень круто его держать в руках, он на самом деле очень красивый. Пахнет это действительно конфетками дрожжей, это, знаете, даже больше пахнет глазурью, вот именно этой сахарной глазурью, которая бывает на дрожже, да. И это пахнет пудрой и вот чистым хлопковым, да, как говорят, мускусом. То есть здесь больше превалирует, наверное, запах именно пудры, вот, даже где-то не пудры, а какой-то вот детской присыпки, знаете, типа Johnson's Baby. Вот запах пудры, он доминирует над запахом мускуса, хотя они вот близко где-то друг к другу. У меня есть аромат Softly от Jill Sander, там именно больше пахнет чистым вот этим мускусом, свежими, выстиранными, глаженными простынями. Здесь же пахнет больше именно пудрочкой такой, детской присыпкой, и вот этими конфетами дрожже. То есть действительно сладкий, съедобный мускус, пудровый. Я считаю этот аромат одним вообще из самых топовых, прекрасных у марки Zara. Он реально прям... Я его обожаю носить, он очень долго слышится даже из кожи, из одежды. Хотя вот так, когда его слушаешь, он кажется достаточно ненавязчивым. То есть таким, знаете, который на второй план отходит. Но когда вы его носите, я лично его постоянно на себя ощущаю. Я не скажу, что он не стойкий. Он вполне себе стойкий, даже очень шлейфовый. Второй аромат, это прям вообще, это в моей коллекции уже классика, я один раз его умудрилась продать и купила его снова, я вам рассказывала эту историю, и здесь уже изрядно отпито, я им чуть-чуть поделилась и уже активно пользовалась, делиться больше не буду, потому что мне самой мало, его больше очень, ну, в общем, очень сложно уже найти.
Это Эбони Вуд, эбеновое дерево, тоже от Zara. А для меня, я сейчас прочитаю пирамиду, но сразу хочу сказать, для меня это один из самых красивых ароматов вишни и вишневой косточки. Я не знаю, почему, вишневого табака. Мне он пахнет вишневым кальяном, вишневым табаком и вишневой косточкой. Наверное, вот какое-то такое сочетание вот этого вот эбенового дерева, которое здесь у нас всего лишь три ноты, эбеновое дерево, гвоздика и розовый перец, дает вот это сочетание, которое мне пахнет отголосками именно вишни, вишневого какого-то ликера, вишневых конфет с ликером, вишневого табака, очень сильно пахнет вот прям вишневым кальянным табаком. Если вы фанат вишневых ароматов и, в принципе, необычных таких ароматов, да, то я бы советовала с ним познакомиться, если у вас еще его можно найти. Я у нас еще находила, вот в Казани, еще они стояли, стоят около 2000, наверное, но я покупала по акции, но видела уже по полной цене, они тоже еще есть в наличии. Вот, то есть, мне кажется, из всей вот этой коллекции, которая была представлена у нас, вот этих беленькой, такой самой первой коллаборации с Джо Малон, эбеновое дерево самый классный, ну, это лично мое мнение. Прям вот, знаете, древесно-вишневый, вишневый табак, повторяться не буду, в общем, вы меня поняли, аромат супер крутой. И последнее мое открытие, новинка, вы знаете, я прям супер вообще случайно на него набрела. Я каким-то чудным образом зашла в мужской отдел посмотреть, что же там за ароматы стоят, наносила, в основном это все такое скучное, спортивное, пенобритевое, такое типично мужское. И тут я увидела Tobacco Collection и нанесла вот этот аромат Rich Warm Addictive. Вот так он выглядит, Heritage Selection называется, я оставлю название под видео, и я была в шоке, я нанесла и думала, что он вообще здесь делает, это аромат вообще ни разу не мужской, он вообще как бы не мужской, он мега красивый и очень приятный, здесь всего три ноты, я их сейчас прочитаю, здесь, пять нот, мед, кокос, табак, сандал и кедр. То есть, понимаете, даже вот по пирамиде можно понять, что аромат совсем, ну, ничем мужским там не пахнет. Но я не буду утверждать, да, что он прям женский, ну, не секс, да. Он максимально похож на аромат, у марки Banana Republic есть аромат табака Тонка Бин. Вот он на него чем-то похож, табак и бобы тонка. Но вот этот, мне кажется, даже интереснее, почему? Здесь есть мед. То есть это не просто табак с кокосом и сладостью. Здесь еще тягучая присутствует медовость, вот цветочная пыльца и мед. Он очень классный. Я его носила на работу, и мне столько делали комплиментов, говорили, ой, у вас такой аромат сладкий, такой красивый, такой милый. Прям все оценили, никто даже вообще не заподозрил, что это из мужской коллекции. Вот, он очень классный. Кстати, я его распиваю. Единственный из этих, эти два я уже не распиваю, я себе оставила. Вот этот еще могу распить. Тут, в принципе, много. Вот то, что я попользовала, милика 3, наверное. Но если вы ищете вот прям кокос, табак, мед, сандал, согревающий, теплый, звучит как ниша, это прям находка. Вот такие ароматы я называю вот жемчужина прям среди, да, вот всего разнообразия, многообразия. Это прям жемчужина. Причем там был еще из табачной коллекции какой-то второй, но он мне так не понравился. Он был типично какой-то древесно-маскулинный, очень простой аромат. А этот прям вот, я не знаю, с первых нот, с первого занюха я поняла, что это мое вообще 100%, и это мне надо. Поэтому если вы ищете даже на лето сладкий кокосово-сандалово-медовый аромат, это вот прям оно. Я вам очень хотела сегодня с вами этой информацией поделиться, да, меня прям распирало, поэтому я вам рассказала, еще раз вас призываю, пожалуйста, напишите мне в комментариях, какие ароматы от Zara есть у вас и какие вы любите, если вам есть что сказать, пишите, пожалуйста, в комментариях, а я вам всем желаю парфюмерных покупок, я вас всех люблю, целую, всем пока-пока-пока-пока!